Многопрофильная клиника «Остмедконсалт» основана в 1998 году. В клинике функционируют детское и взрослое отделение. Детское отделение включает функциональную диагностику, удаление новообразований, сердечно-сосудистую хирургию и лечение сосудистых патологий. Взрослым пациентам предлагаются услуги пластической хирургии, лазерной и аппаратной косметологии. Клиника оснащена современными косметологическими и лазерными аппаратами последнего поколения. Для безоперационных омолаживающих процедур лица и тела используется фракционный неабляционный лазер Palomar Icon и эрбиевый лазер Фотона, который можно также применять для лечения растяжек и целлюлита. В арсенале «Остмедконсалт» имеется современный ультразвуковой аппарат «Ультрашейп Контур-1», который позволяет проводить безоперационную липосакцию. Для лечения сосудистых образований используется лазер Gentle Max Pro. С его помощью можно удалить сосуды до 3 мм в диаметре. Для лечения винных и пигментных пятен, гемангиом и других сосудистых образований используется лазер Vibin Perfecta. Клиника имеет свою операционную, оборудованную всем необходимым для безопасности пациентов, включая палату интенсивной терапии. Одними из первых в России специалисты «Остмедконсалт» внедрили методику золотого армирования и эндоскопическую методику омоложения лица Оскара Рамиреса. С 2011 года клиника включена в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга для лечения детей с сосудистыми новообразованиями. Использование уникального оборудования и внедрение инновационных методов лечения – вот характерная черта «Остмедконсалт».